Но чтобы вот такая трагедия не повторилась, сейчас, как мы знаем, идет проверка детских лагерей, и вот есть результаты, на Байкале закрыт летний лагерь, вот чтобы не допустить массового заражения детей, как выяснилось, он вообще не имел права там находиться. Вместе с юными отдыхающими в лагерь приехали с проверкой инспекторы по делам несовершеннолетних. Они обнаружили, что специальная комиссия не давала добро на начало здесь летних смен. В придачу к кишечной палочке, которую Роспотребнадзор нашел вот в самом ближайшем водоеме, специалисты выявили еще массу других нарушений. Например, здесь нет охраны, нет тревожной кнопки и, само собой, видеонаблюдение. Вы можете понять, где просто этот лагерь находится, там, какое видеонаблюдение. Развернуть пришлось почти 80 приехавших на отдых детей. Некоторые из них разъехались по другим лагерям. Ну, а кто-то не смог, и в итоге они сейчас сидят дома.